Всем привет! Всем привет! Вы на канале? Диснейли. Сегодня? Что мы будем с тобой делать? Что у нас с тобой есть? Вау! Пластилин! Пластилин! Да. Так, посмотрим поближе. Да. Это набор для лепки. Веселый пекарь. Посмотрим, что у нас здесь есть. Вот такая вот вафельница. Вафельница в наборе идет. И две формочки. Три разных цвета пластилина. Сейчас мы откроем. Это коробочка самая тяжелая. Конечно. А это что у тебя в ведерке? Пластилин. Пластилин. Ну-ка, повернем. Сколько здесь цветов? Сколько много здесь цветов? Ну-ка, давай посчитаем. Открывай ведерко. Открывай, открывай. Давай, помогу тебе. Давай вместе. Опа. Посчитаем, сколько у нас. Это какой цвет? Черный. Черный, правильно. Один. Это? Белый. Белый. Два. Это? Два. Это? Какой цвет? Красный. Красный. Три. Это три. Здесь мы видим? Желтый. Желтый. Это какой номер счета? Четыре. Верно, совершенно верно. Дальше что у нас будет? Какой цвет? Синий. Верно. И мне ногти накрасили. Ой, какие красивые у тебя ногти. Ой, очень красивые. Синий. И какой номер счета? Пять. Пять. Совершенно верно. Что еще есть у нас? Какой цвет? Оранжевый. Ой, какой он веселый, такой яркий, оранжевый. Клади его. И это какой у нас счет? Пять. Пять. А дальше что идет у нас? Какая циферка? Шесть. Шесть. Доставай. Это зеленый. Зеленый. Клади его. Циферка 7. 7. И последний. Коричневый. Да, коричневый. Цифра? 10. Нет, цифра 8. 8. Цифра бесконечности. Так, цвета у нас есть. Это у нас будет пластилин для лепки. Это кто у тебя? Твой друг? Да. Как его зовут? Рыбка Сэнди. Рыбка Сэнди. Он, наверное, будет помогать нам, да? Да. Рыбка. Да. Здорово. Так, ну давайте мы с вами откроем этот набор. Да. Открывай, Нелли. Что мы там с тобой видим? Ух тышка. Ой, какая вафельница. Так, сейчас я помогу тебе открыть. Вот мы открыли. Да. Доставай, Нелли. Ой, как здорово. Маленькие пластилинчики. Маленькие пластилинчики. Смешно. Открывай. Так, сейчас мы посмотрим, как оно открывается. Вот так. Да. Вот сюда можно будет заложить пластилин. И у нас будут вафельки совсем как настоящие. Здесь есть разные ягодки. Можно будет украшать наши вафельки разными вкусностями. Какой ты будешь пластилинчик открывать? Желтый. Желтый. Я первый. Он самый первый. Самый первый? Да. Получилось открыть? Да. Здорово. Самый скользкий. Да. Ну, теперь можешь скатать шарик. Да. И положить. Ой, смотри, смотрите. Да, я уже показывала. Очень красивые ягодки. Это можно будет, да, можно будет потом украшать
наши вафельки. Здесь у нас есть еще формочки. Тоже разные вкусности. Есть синий. Есть. Это вишенка, клубничка, груша и бананы. Очень здорово. Ну, давай попробуем с тобой, да, Нелли? Давай. Вот так мы кладем пластилин. Тесто наше. Осторожно, осторожно, чтобы все края были внутри. Вот так. Осторожно! Осторожно, горячее! Вот так, приклеивай посильней. Прижимай, прижимай. Лишнее можно убрать. Сильно-сильно прижимай. И открывай. Что у нас получилось? Вафли! Ой, какая вафелька, как настоящая. Ой, как здорово. Да, стой, аккуратно, аккуратно. Ой, какая вафля вкусная. Можно сделать его большую коробочку. Вот такая вафля у нас получилась. Вот такая вафелька у нас уже лежит на тарелочке. Что ты делаешь, Нелли? Малинку. Вишенку. Вишка. Это не малинка, это вишенка. Правильно. Вот сюда мы положим красный. А я сама положила. Молодец. А теперь зеленый. А теперь зелененький нужно положить. Тебе нужен цвет зеленый? Вот. Потому что веточки должны быть зелеными. Какие? А вафельницу мы пока уберем. Где она? Вот она. Тоненькие. Молодец. Вот такие. Здорово. Что там у тебя получается? Маленькая получилась. Какая красивая получилась вишенка. Мы ее пока не вытаскивали. А это что у нас здесь? Банан. А, это бананы. Здорово. Это ты сделала. Это я сюда положила. Да. А сюда мы что положим? Сюда мы положим клубничку. Я буду. Клади, молодец. Белый. Какой цвет? Белый. Должна быть клубничка. Красный и беленький. Красные и беленькие у нас будут. И зеленый. Точечки белые. Точечки белые, милые. Хорошо. Я тебе пока открою. Дайте мне ножницы. Можно немножко взять, совсем немножко. Поэтому я так открыла. Дайте мне, пожалуйста. Маленькие точечки. Угу. Вот такие. Куда мы их кладем? Ой, что? Уже вот так. Уже будет веселее. Вот. Нет, они должны быть совсем маленькие. Ты слишком большие положила. Давай маленькие сделаем. Ладненько. Так. Вот. Так, точечки маленькие. Теперь я вот такую сделаю. Маленькие точечки. И что же у нас получилось, Нелли? Два. Ах, ты все сделала. Как здорово. Ну, теперь вытаскивай. Потихоньку. Давайте помогу. Вот так берем. Вытаскивай. О, что это у нас получилось? Грушечка. Груша, ну украшай нашу вафельку. Ну, сначала почистить. Клади. Почисти она уже. Вот. Ой, какая красивая груша получилась. Давай, положи. Ой, как здорово. Какая она вкусная вафля. Две маленькие. Две.
Смотрите. Клубничка. Смотрите. Пташечка упала. Ничего страшного. Что там у тебя еще есть? Смотрите, давай приклеим обратно. Что это такое? Малинка. Оторвалась. Оторвалась? Ну, ничего страшного. Сейчас я помогу тебе. Ну, сама попробую. Давай. Ой, ты мне помоги. Ой, прилипла. Что? Ой. Прилипочка. Давай мы так сейчас положим ягодки, а листочки вот так. Вот, посмотрите. Ой, вот. Так хочу. Ты так хочешь? Просто ягодки? Ну, пусть будут ягодки. Да. Что там у тебя еще есть? Банан. Покажи, какие красивые. Я пока их не почистила. Бананчики. Подожди, я его не почистила пока. А это что? Это у нас что? Клубничка. Это клубничка. Ой, какая красивая. Еще одна клубничка получилась у нас. Это на картинке две клубнички нарисованы. Теперь надо белые точечки. А можно и без белых их оставить? Очень красиво будет. А белыми будет красивее. Ну, хорошо. Ну что, получилось? Да. О, какая прелесть. Смотри. Клубничка. Осторожно. Бананчики. Вот у нас получилась вот такая вкусная вафелька. А вот за это. Девочка. Это с другой стороны печеньки. С другой стороны можно делать печеньки на тарелочке. Ну что, рыбка Сэнди тебе помогла? Вот. Да. Да, дадим ей попробовать? Нет. Ну, как вкусно! Это мультики она говорит. Да. А смотрите. Она очень довольна, что ты угостила ее такой вкусной вафелькой. Да, она же не отгрызная пока. Ой, смотри! Что? Не доделана. Ну что, у нас получилась вафелька? Да, вот что еще у нас осталось на картинке насчет. Ну да, тут можно много чего еще сделать. Очень интересные вещи. А я так и захотел. Арбузик. Апельсинчик. Я уже все хочу делать. Ты все хочешь сделать? Да. Ну мы в следующий раз покажем еще, да? Правильно? Я хочу еще сделать божью коровку, ну как нашим? Следующее видео мы обязательно сделаем божью коровку и всех остальных героев. Договорились? Ну что, пока-пока всем. А мы уже это можем, не открывали. Но мы сделаем еще с тобой на следующем видео. Ну что, пока-пока. Пока-пока. Так, свой, и побежим. Пока-пока.